Море нервничает. Это дикий пляж. Еще вчера мы здесь спускались, ходили, загорали, купались. Сегодня вот что происходит. Море нервничает. Море нервничает. Далеко там оно черное, потом бирюзовое, потом смешивается с грязно-бирюзовым. И тут уже полностью белое, все в пене. Все в пене. Такое не передать. Вот настоящее море. Вот оно, настоящее море. Злое, шумное, не щадит никого. Соленое море. Шторм прошел на море. Пора собирать плоды этого моря. Смотрите. Смотрите, это нос морской свинки. А это кто? Правильно. Я из груз. А это морская свинка. Очень много камней намыло. Очень много. Море не подвластно. Что еще мы нашли? Вот, допустим. Морские водоросли. Вот он. Вот туристов намыло тут. Что еще? Смотрите. Морские водоросли. И кусок корабля. Сережок, смотри, что нашел. Очень много камней. Очень много. Мы были здесь пару дней назад, до шторма. Камней было минимум. Правда. Удобно было, кстати, сейчас такие камни. Посмотрите, какие глыбы лежат. Вон, огромнейшие глыбы. Вон кусок корабля. Кусок корабля. Водоросли. Вот. Опять два кусочка корабля, и вот что сделал. Это не человек сделал. Сегодня еще очень было мало народа. Вчера никто не купался, это сделало море. Он воткнул его. Смотрите, какие булыжники. Ты купаешься, купаешься, зюсь, и уже не купаешься. По голове тебе прилетел булыжник. С морем шутки плохи. Ну, примерно так, наверное, вон море. И здесь, наверное, ну, с метр, наверное, камней намыло. Вот тоже кусочек корабля валяется. О, смотрите. Такая же за 10 рублей продавалась на базаре. Вот, дочке теперь будет ракушечка. Смотри, какая ракушечка. О, да.
Не успела море прибрать весь мусор, вот они отдыхающие, молодцы. Ах, туристы, туристы, хорошо. Как Леша Кукурузка с пасеком шла, хорошо. О, стелька, я потерял ее год назад еще. О, ничего себе, окрепла. Даже, кажется, птичка на нее накезала. Это нормально? О, нашел себе стельку, ортопедическая, нормально все. Ух, блин, осталось только вторую найти. Ну-ка. Моя. 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 Осталось только скотчем примотать, и все будет ровно. Моя стелька. Вторую стельку нашел. Немножко она что-то усохла чуть-чуть. Ой, усохла, но ничего, подойдет, пойдет. Ортопедическая стелька. Вторую нашел. Вот она. А, все, 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 молодец. Вот они. Две маленькие стельки. Вот они. Одна окрепла. Вторая чуть усохла. Вот они. Вот они, мои маленькие стелечки. Стелечки мои маленькие. Стелечки. Молодец я. Что тут у нас? О, тут у нас ножички. Ой, какие тут приятности у нас. А, ты про камешки говоришь снять? Ну, ё-моё. Я думаю, рассказывай, что ты нашла? Оттенки все разные. Оттенки? Ну, а разве вот этот и этот не одинаковые? Нет, они разные. Да вот даже что? Вот эти разные. Фокус не ловится. Ты просто дальтоник. Дальтоник? Да эта камера не передает. Я же через камеру смотрю. Вот наши... Hello. Женьке в рот вода попала. Женьке в рот вода попала? О, чуть-чуть. Кто-то сегодня будет подрыгивать. Виталич, как отдыхается? Понятно. Скрабирование, да? Марина Михайловна, как отдыхается? Хорошо отдыхается, да? Ом, шторм, шторм, что ты делаешь? Губка Боб, ты весь почернел, губка Боб. Тебе срочно нужно в воду. Тебя потрепало море. А как же Патрик? Это губка Боб. Бедный губка Боб. Сгорел на солнце губка Боб. Покажи меня. Покажу тебя. А надо было ему воду, а то он весь, блин, сгорел. Вот так вот. Крабики. Потом отпустим его. Отпустим? Да. Сегодня нам улыбнулась удача. Такие же отдыхающие, как мы, споймали крабиков. Вот они. Я их, честно говоря, брезгую брать. И вот палочкой пытаюсь, чтобы он зацепился. Мы будем тебя сейчас изучать. Вот. Привет, крабик. Куда ты бочком? Не... У тебя столько... Вот. Пожалуйста, сосредоточься. Раз глазик, два глазик. Он шипит на меня. Делает буль-буль-буль-буль-буль. Братуха, еще рано уходить. Посмотрите, пожалуйста. Какой он интересный. Так. Евгений Витальевич принял решение выпускать его. Вытаскиваем, давай я здесь держу, руку убирай. Вытаскивай, вытаскивай. Ой, я как я брызгую. Ой, он на меня залез. Он, блин, на лапу ко мне на меня залез. А как он туда идет? Братуха, отстань от меня. Он хочет тебя отомстить. Да. Он ждет. Ну, мокрый. Как камушек выглядит мокрый. Он ждет, когда на него волна приедет. Не-не-не. Давай чуть-чуть, брат. Вот. Вот он.